Всем привет, ребята, с вами Юранка, и мы с вами продолжаем серию гайдов на профессиональный классный крутой русификатор. И сегодня нашему вниманию с вами выпал русификатор на Life is Strange Remaster. До этого, если кто из вас помнит, мы записывали год или, по-моему, два назад гайд на то, как установить русификатор на стандартную версию Life is Strange. Сразу вас предупрежу, что тот русификатор, который был для стандартного Life is Strange, работал для стандартной Life is Strange. Данный русификатор у нас с вами Life is Strange Remastered работает только для Life is Strange Remastered. То есть, как бы они вроде как одинаковые, но с другой стороны, для стандартной версии Life is Strange один русификатор, а для Life is Strange Remastered другой русификатор. Почему? Потому что файлы несколько друг от друга отличаются, так как Life is Strange Remastered сделан на более новом движке, по-моему, Unreal Engine 5, что ли. А предыдущая, по-моему, часть не ремастера, а стандартная была на 4-м Unreal Engine. Или наоборот, 3-й там была, здесь 4-й. Ну, в общем, не суть важно. Итак, давайте с вами подробнее про русификатор. Русификатор у нас весит примерно около 2 гигабайт. Разработан он был авторами Елика Studio. Точно так же, как и для стандартной версии, то есть на ремастере, по-моему, он вообще ничем не отличается, так же, как для первой части. И, насколько я помню, также здесь он должен быть и представлять из себя как текст, озвучку, так и текстуру. По поводу текстуры вот точно вам не подскажу, это будет более ясно чуть позже. Поэтому изначально мы все-таки акцент делаем именно на текст и на озвучку. Итак, версия перевода 1.1.6 от 09.03.2023, любая стимовская версия, также дата добавлена в архив 27 марта 2022 года, и если вдруг какие-то вопросы, ошибки, проблемы и прочее у вас возникает, вы можете всегда тему на форуме для обсуждения перевода нажать кнопку «Открыть» по ссылке в описании под видео на сайте Zone of Games вы можете загрузить русификатор для Life is Strange Remastered и для стандартного также Life is Strange. Если регистрируетесь на сайте, то скорость загрузки будет в среднем до 8 мегабит в секунду, это примерно 1 мегабайт в секунду. Если не регистрируетесь, примерно 256 килобайт в секунду. Да, сразу вас предупрежу, что возможно вам придется довольно много времени прождать. По кнопке «Скачать незамедлительно» вы можете начать загрузку, и у вас загрузится архив. Также дополнительно полная сборка всех переводов, перевода для всех эпизодов, из себя представляет перевод как игры, так и видеороликов. Помимо этого, если вы желаете создать бэкап файлов, не переживайте, чуть позже сейчас я об этом вам расскажу. Но прежде чем мы с вами приступим к установке русификатора, давайте немного вспомним то, как выглядела английская версия игры, ну и заодно, чтобы мы могли убедиться, что было английское, а стало русское, то есть что все заработает корректно. Итак, немного примера английской версии. Это английский текст. Ну и в данном случае давайте посмотрим пример английской озвучки. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Итак, теперь давайте приступим с вами к установке русификатора. Мы с вами загрузили наш архив Life is Strange Remastered, нижнее подчеркивание S, в формате RAR. Вам потребуется архиватор под названием WinRAR для того, чтобы открыть данный архив. Что мы делаем далее? Мы заходим в
папку с игрой Life is Strange Remastered. Затем у нас с вами есть папка под названием Lis. Мы открываем ее, затем папку Content. Смотрите, открываем архив. И в архиве здесь мы с вами видим папку Lis, папку Content, затем две папки PAX и Movies. У нас с вами наш русификатор делится, так сказать, на две части. Это как русификатор текста и озвучки, так и русификатор видеороликов. Однако, что стоит учитывать, что русификатор устанавливается вручную, по этой причине мы должны на всякий случай сделать бэкап в самостоятельном случае, если вдруг вам не понравится русификатор, чтобы вы могли, например, откатить обратно его. Потому что если видеоролики у вас озвучатся, вы не сделаете бэкап, то просто вернуть у вас уже вы ничего не сумеете. Итак, что мы проделываем? Во-первых, папка PAX у нас с вами устанавливается при помощи закидывания вот такой папки mods в папку PAX. По умолчанию, если вы не ставили никаких модов на Life is Strange, скорее всего, не будет. То есть будет путь выглядеть следующим образом. Life is Strange Remastered List Content PAX. И вот такая, как примерно равно значок, папка mods. И в папке mods будет находиться такой файл. 500 елика озвучка. List Remastered Full Beard. Build by Artem. Rus. Собака. Ptem. PAX. Если вдруг он вам будет уже не нужен, эта озвучка, на всякий случай можете архив с озвучкой оставить, то легко и просто можно удалить папку mods. Либо вариант удалить отсюда только файл. Это чтобы можно было убрать текст. В данном случае, по-моему, он остается по умолчанию, а именно озвучку можно будет таким образом стереть. Теперь другой формат и вариант. Смотрите, папка movies. Мы с вами переходим обратно. Папка movies в архиве. И затем папка movies вот здесь. У нас с вами в папке content movies. На всякий случай я вам рекомендую сделать бэкап видеороликов. Конечно, вы можете этого не делать, если вдруг уверены, что вам русификатор гарантированно понравится. Если же не уверены, то что нам необходимо? Создать папку с любым названием, к примеру, пусть это будет бэкап. И вручную выбираем с вами с 1 по 5 эпизода, а также папку subtitles. Нажимаем Ctrl-C или просто копировать, и все это вставляем в папку Backup. Для того, чтобы на всякий случай, если вдруг, мы могли все вернуть обратно. Итак, создали Backup, а теперь все эти папки мы переносим сюда и заменяем. Выбираем полностью все 6 папок, переносим их и подтверждаем слияние. То есть замену файлов, 27 файлов мне предлагается к замене, я нажимаю «Заменить». Все, теперь все видеоролики также были успешно у нас переведены. Что теперь необходимо сделать, это зайти в саму игру. Если вдруг в главном меню вы видите английский текст, не пугайтесь, нам необходимо с вами кое-что проделать. Это переключить язык в Settings, затем Audio and Language Settings. Здесь есть вкладка Subtitles Language, и мы с вами ставим здесь Russian, для того, чтобы переключить язык на русский. Если по умолчанию стоял Russian, то ничего переключать не нужно. Нажимаем Back и затем с вами по такому же принципу начинаем и слушаем. Внимание на экран, ребята. Заодно и проверим, приведено у нас или нет. Нет, текстуры, видимо, не переведены. К сожалению. Это было так реально. Что фильмы — это маленькие частички времени. И это можно с тем же успехом отнести и к фотографиям. Так, я в классе. Все хорошо. Я в порядке. В свете и во тьме, в цвете и контрасте. А теперь... Вы можете назвать меня фотографа, который идеально запечатлел человека в черно-белом? Я точно не спала.
Да и не похоже это на сон. Странно. Так что... Молодец, Виктория. Как-то так, ребята. Из-за безнадежности в ее работах. Сам была Фюранка. Огромное спасибо за внимание. До встречи. Скорости не переключайте. Огромное количество гайдов. Лоспайся, круто. Можете найти меня на канале. Будет очень классно, круто, здорово, интересно. До встречи. Не переключайте. Спасибо за внимание. И пока-пока, ребятушки. Скоро увидимся.